Помочь в восстановлении Сирии без каких-либо условий, призвал с трибуны ООН глава российского МИДа. Выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, Сергей Лавров заявил, что международному сообществу необходимо способствовать восстановлению разрушенной в ходе многолетней войны инфраструктуры Сирии, давая тем самым возможность сотням тысяч беженцев вернуться домой. На отсутствие прогресса в ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны свободы от оружия массового уничтожения наложился односторонний выход Соединенных Штатов из совместного всеобъемлющего плана действий в нарушение резолюции 2231. Это при том, что Иран полностью выполняет свои обязательства. Мы будем делать все, чтобы сохранить одобренную Советом Безопасности сделку. До сих пор США и ряд европейских стран, в частности Франция и Германия, увязывали оказание Сирии помощи со сменой режима. Накануне Германия заявила, что выделит Верховному комиссариату ООН по делам беженцев 135 миллионов долларов.